Так, сегодня уже 4 ноября. И сейчас я сяду в свою машину и поеду к квартире Толика. Надеюсь, босс не узнал о банке. Так, вот дом моего друга. Еще этот дом мне знаком. А не, он не здесь. Чё, я перепутал адрес. Напротив он живет. Я перепутал адрес. Случайно. Ну ладно, с кем не бывает. Тьфу, опять перепутал адрес. Скорее. А, все, вспомнил, где он живет. Он в этом доме живет. Где он тут? Ну, здесь. Так, что тут у нас? Нет, какой Поле? Толик. Толик. Черт. Толик. Илья, это Никита. Тут Толик мертв. Что? Как он мертв? Да вот так вот. Я зашел к нему в квартиру, а он мертв. Ладно, давай встретимся в том магазине, который ты еще в 2017-м разбомбил. Хорошо. Где тут моя тачка? Угу, вот моя тачка. Ну, вроде это то место. Стоять. Что, Илья? Мы же были друзьями. А теперь за банк. Толик уже попрощался с жизнью. И ты тоже. Нет! Так надо валить отсюда. Так. Вот моя машина. Две тысячи тридцать первый год. Ой, что-то тормоза отказали. Нет, нет. Конец.